Твою мать. Твою мать, это что сейчас было? Ау. Ты кто? Уйди! Уйди! Проклятая! А, тут что? Я куда забежал? Тихо. Да стоп, ни хрена себе, ты прыгаешь! Умри, падла! А стоп! Ты даже... Вот ты какая... Собака! Отвали! Да слышь! Прекрати! Найти код двери. В смысле? Так, беги, беги, беги. Ох ты, ни хрена себе, это ни хера не... Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, мы с вами пробрались, короче, в лабораторию X-18, ну, точнее, не знаю, в саму лабораторию мы еще, наверное, не пробрались, только нашли вход в нее. Вот, я перегружен, поэтому давайте сделаем вот так. Сделаем то, что нам не нужно, короче. Нам не нужны вот эти вот, выбросить все, короче. Выбросить все вот это вот. Пистолет, такого пистолета у нас нет все равно. Мы, короче, нафиг он нужен. Вот эти патроны я оставлю на всякий случай. Вот, потому что, возможно, придется, короче, взять будет какое-то ружье. Какую-то винтовку, короче, с этими патронами. Возможно, это и не точно. Вот. Вы сказали, что зря я не пошел к свободовцам, короче, за винтовкой. Так. Окей. Вот. Потому что придется тогда нам с вами здесь попотеть. Но зато наверстаем, наверстаем упущенные. Вы все говорите, мало-мало смертей. Хера тут костей. Вот, поэтому... Нет, не едет, да? Поэтому ждет нас... Ёпта. Поэтому ждет нас тут страшный сложный хоррор, я думаю. Так, ладно. Мне нужно всего лишь, короче, найти документы и принести документы бармену. Твою мать. Твою мать, это что сейчас было? Ау. Здесь есть кто? Тихо, тихо, тихо. Жесть, мне уже страхово, ё-моё. Прикольно. Так, найти код двери. Окей. Открыть дверь, найти код двери. Понятно. Ух ты, тут даже так еще и... О! Где кто-то е... Здесь кто-то ходит? А! Твою мать. Кто здесь? Кто тут шутит? Ну шуточки-то у вас тут. Твою мать. Чё за бред? Охренеть, столько ходов. Короче, какая-то аномалия. Офигеть, сколько ходов здесь. Офигеть. Так, ладно, давай вот здесь сейчас посмотрим. Так. Так. Ишь ты какая, не захотелось открываться. Да откройся ты. Опа. Тихо. Ладно.
слышишь? Бляха, кто-то здесь есть. Я слышу прям топот. Да, откройся. Я слышу прям, что кто-то топает. Опа. Про это что ли вы говорили? Так у меня такая винтовка же. Слишком перегружен. Да в смысле? Что я такое взял? А, вот. Автомат складной образца 1974 года под патрон. Ага. Представляет собой простое и надежное оружие, хотя дешевизна в производстве несколько сказалась на удобстве использования и точности боя. В зоне это основное оружие военных сталкеров и многих одиночек. Так, 5.45. Отлично. Так. Отсоединить гранатомет. Погоди-ка. Цепить литовки. Во! Да ты посмотри, какая красотка. Охереть. Так, посмотрим. Здесь у меня точность повреждения, скорострельность. Ага. Точность повреждения, скорострельность. Да она, в принципе, по параметрам, смотри. Самое то. Так что я думаю, наверное, придется все-таки вот это вот нам разрядить, ага. И выбросить. Походим вот с этим. Ладно, что делать? Дей. Я думаю, вот это вот будет получше. Так. Эта винтовка будет пол. Опа! Комбинезончик какой-то. Так. Стопуси. Комбинезон монолита. Ну-ка. Во-во-во-во-во, ты смотри. Вроде как. Да, ну по всем параметрам лучше. Так что значит мы это выбросим. Штипули. Вот это мне нравится уже. Вот это мне нравится. Прибарахлились. Спасибо за наводку, кстати. Вы говорили, что в этих шкафчиках есть автомат. Так, здесь что у нас? Ты кто? Уйди! Уйди! Проклятая! Тут что? Я куда забежал? Тихо. Да стоп, ни хрена себе ты прыгаешь! Умри, падла! Нихера себе. Его надо, короче, с дробаша херачить, я думаю. Вот это да. Ну-ка, дробашуля. Ну-ка, камон. Ему смотри, ему похер, он даже вон на этом, на аномалии, короче, не горит. Ой, да он не один! Да он не один там! Минус один. Хорошо. Бляха, я тут забежал куда-то. Тут какой-то звук. Ты слышал, да? Охереть. Ты чё? Жесть. Ползет, да? Он там ползает. Я теперь понял, тут шарохался. Тут такие-то вообще. Так, ладно. Пусто? Вы говорили то, что здесь будет много, короче, замкнутых пространств, поэтому я думаю, ружье здесь будет кстати. Так, это я заберу. Что я такое забрал? А, понятно. Понятно. Так, радиация у меня спала, да? Угу. Это
хорошо. Так, аккуратно. Кто у нас? Отношение нейтрал. Нейтрал, а почему он на меня нападал? Почему нападал на меня этот нейтрал? Так, он, туда проход есть. А, отсюда я пришел. Там проход ведет. Там проход ведет куда-то вглубь. Давай вот здесь еще посмотрим. Я думаю, вот это санитарная зона, посторонним вход запрещен. Да. Что за звуки-то? А! О! Охренеть, ты смотри, что там за... Вот это... Нихера себе, это что за хрень? Ну-ка. Смотри, оно летает. Оно... Оно ко мне летит? Бляха! Оно ко мне. Так, стоп. А там есть какие-нибудь проходы? Здесь, в принципе, проходов никаких нет. Там что-то лежит в углу. И оно ко мне не прилетит. Оно рядом пролетает. Тихо, 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 тихо. Там труп лежит, короче. Ладно, я не хочу туда сва... Да чё за дичь? Почему так светло? Нихрена. Так, ладно. Я так думаю, короче, вот это вот... там соединяется коридор, я так полагаю. Ну-ка, с той стороны, где эти крокозябры бегали. Я думаю, здесь соединяется коридор. Так, погоди, это же пламя, да? Ну да, вон оттуда я хотел пройти, короче. Вон оттуда я хотел пройти. Так, короче, мне надо найти пароль. А! Дядька! Ой, он исчез. Стоп! Еще где-то есть. А это ты... Он что, по потолкам лазит? О, тихо, ты кто? Отлично, коллега. Я рад, что вы получили доступ второго уровня. Наконец вы узнаете, чем занимается наша лаборатория. Ваш код доступа 1243. Чуешь, да? Чуешь? Так, погоди, код доступа второго уровня. Отлично, коллега. Ага, только что сейчас нам продиктовали это. Что-то, короче, упало. Не обосраться бы здесь. Так. Окей, надо возвращаться обратно. Так, это я заберу. Еще что ли есть? Хорошо. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Ясно все? Ясно все, да? Так.
Да ну на! Та-та... А как у меня первый раз получилось пробежать? Фигана. Фигана так. Да в смысле? Как так-то? Угу, сейчас бы аномалию активировать гранаты. Я еще не успел, короче, в лабораторию зайти, уже какая-то дичь творится просто. Я даже боюсь представить, что там дальше-то. Бляха, тут самому вводить надо. Так, какой там... Промазал. Так, код второго доступа второго уровня. 1243. 1243. Ништяк. Поиски документов. Бляха, еще ниже. Зачем они делают лаборатории где-то в подземельях? Где-то в подземельях. Вечно. Высокое напряжение опасно для... Это что за дичь? Башка боль! Стоп! Ты даже... Вот ты такая... собака! Отвали! Да слышь! Прекрати! Найти код двери. В смысле? Так... 12.43. Яха. Да слышь, да стопэ. Да прекрати тут кидаться-то. Я ж с добрыми намерениями. Ты чё тут раскидался-то? Говнюк. Уйди. Да в смысле? Как мне от тебя уйти? О, ты чё такое? Твою мать. Куда не придешь, тут везде какая-то дичь. Ой. Да в смысле? Что за дичь? Это кто там? Туши висят или чё это? Да слышь, да прекрати. Да стопы там. Раскидался. Как мне от тебя отстать-то? Меня еще дичь сейчас это захерачит. Да харе! Уйди, отвали! Все, она отстанет от меня, нет? Так, погоди, что здесь? Да слышь! Да прекращай, ну! Быстро. Ай! Какой перегружен-то? Куда ты? Что ты? Зачем? Да уйди ты! Да в смысле? Я не успеваю, короче, здесь взять эти... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Кинется опять! Ух ты, нихрена себе кинула! Бляха, куда спрятаться от нее? Что это такое? Почему она в меня кидается? Ты кто такой? Можно я вот здесь спрячусь? Дичь какая-то. Прячется, вот кидается, прячется, кидается. Вот, не чтобы свое лицо показать мне, да? Я, по-моему, дробью сейчас накормил бы его. Так, погоди, закрыто? Посторонний вход запрещен, ага. Так. Я-то! Тут что? Бляха, я заблудился! Твою мать, это еще что такое? Стопэ!
Я тут был? Нет, я... Да что тебя тут? Леха, не понимаю. Ты кто? Тихо! Стоп! Я тебя не вижу! Погоди, покажись! Ну-ка свали! У меня ружье есть, я тебя не боюсь. Покажись, падла. Ну-ка покажись. Кто меня сейчас побил-то? Куда мне вообще идти? Ух ты, еще не... Почему все трясется так? Он на мне сидит, что ли? Погоди. Дверь... Из двери что-то открыты все. Где этот чертов пароль-то найти? Где ты? Знаешь, это может быть кровосос. Кровосос уже невидимый. Блёха, так топает, что... У меня аж башка трясется, видишь, да? Где-то чертов пароль-то искать. Ай! Ты где? Я не вижу его вообще ни капли, нигде. Беги! Ух ты, ни хрена себе, это ни хера не... О, твою мать, ты кто такое? Ух ты ж, ни хера себе! Что за падла? Бляха, игрой не... Не это, не... Игру не перепутал? Нихера. Туда иди. Сейчас я тебе покажу кузькину мать. Почему он был невидимый? Да! Вот тебе гигантус. Отношения нейтральные. Почему они все нейтральные, а на меня нападают? Тут, кстати, смотри, у меня цель. Вперед. Впереди. У меня аж наушники выпали из ушей. Труп. Приступаете к обслуживанию резервуаров центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524. 9524. Окей. Калугин Петр Ильич. Так, отлично, мы нашли пароль. Не знаю, мне надо как-то, блин, очистить. Пошла водка в задницу. В таких местах, блин, побываешь и пить бросишь.
Так, а что там наверху? Холодос. И, кстати, можно в холодосе спрятаться, если что. Ага, пусто. Опа, фотка. Это, наверное, команда вот эта ученых. Эх, а водку выкинул, водка здесь. Здесь есть гранаты. Кстати, как вариант, можно еще и гранатами здесь пошаманить будет. Нет, не зря. Здесь упало. Что-то, наверное, могу здесь найти. Эх, а перепрыгнул, что ли? Чё там все падает? Да, да, правду вы говорили, атмосферное здесь местечко, атмосферное. Зачем, бляха, у меня аж рука зачесалась, все зачесалось, кости тут какие-то. Это моя кость, что ли, отвалилась? Я себе ногу сломал или что? Так, ладно. Двигаемся. Мы нашли пароль. Надо, короче. Ща, блях, опять этот кидаться будет. А-а-а! Так. Мне бы теперь выход найти. Так, окей, вот эти места я помню. Здесь был. А-а-а, тут что? Так, спуск. Ага, здесь я был. Ай! Так. Да чтоб тебя! Да задрал ты мне по башке-то пинать! Погоди, она меня не трогает? Так, куда бежать-то? Где я тут бегал-то? Где тут вход-то? Где эта дверь-то? О, нашел. Какая там? Какой там? Какая? Пароль, пароль, пароль. 95-24. Ай. 95-24. 95-24. Ошибись. Все, тихо. Эти документы. Все, он от меня отстал. Здесь его не будет. Дверь не закрыть. Так, ладно. Ищем дальше. Звук опять, как будто здесь этот. Опять пожар. Ну, опять пламя вот это. Ёпти мать. Чё за дичь? Хера себе. Да типа на мозги давит. Ни хера себе. Это ни хера не просто дети какие-то. Какие-то инопланетяне, что ли? Тихо! What the fuck? В смысле? А что происходит-то?
меня было какое-то видение. Группа 1 и 2 проверить первый этаж. Группа 3 главный зал. Четвертая и пятая второй этаж. Люди сюда пришли? Военные, наверное, да? Пробрались. Так, история. Так, а у меня ничего не появилось? Там заметка какая-то. Личные заметки, тихо. Военные документы, бармен, странный сон. Во, приснился странный сон. Громада Чернобыльской станции в полумраке. Все выглядит мирно. Появляется одинокий человек, я вижу его со спины на фоне станции. Начинает дуть ветер. Внезапно море крыс начинает разбегаться от станции в разные стороны. Человек стоит ко мне спиной и стреляет в крыс. Вдруг раздается окрик. Стрелок! Человек вздрагивает, застывает на мгновение и медленно начинает поворачиваться ко мне. Но за миг до того, как я увидел бы его лицо, я проснулся. Что значит этот сон? Не знаю. Но мне кажется, это то, что я когда-то видел. Возможно. Опять кто-то кидался, что ли, да? Так, документы-то я так и не нашел, короче, еще. Какая-то дичь произошла, которую я вообще не... Ты видел, да, когда я выстрелил в эту хрень, короче, она взорвалась, и куски такие мяса просто вылетели какие-то из нее. Так, документы по-любому здесь, вот они. Пока я брать не буду. Смотрю здесь. Татура. Бляха, что они за эксперименты здесь проводили? Так, ладно, найти, принести документы бармену. Информация, нападение на персонал. Начальник охраны вчера эксперимент чуть не вышел из-под контроля. Вырвалось десятка два подопытных. Разнесли в щепки две комнаты лаборатории. Хорошо, хоть исследовательский персонал успел закрыться наверху. Нам было приказано зачистить помещение главной лаборатории. В результате лаборатории трое из охранников пострадали от укусов. Надеюсь, что с ними все будет нормально. Поскорее бы они закончили свои эксперименты. Завершение эксперимента. Вчера в эксперименте над подопытных было испробовано пси-излучение новой модуляции. Создалось впечатление, что им просто выжгли мозги. С трудом могу себе представить, как это излучение может подействовать на человека. Мы опробовали все типы излучения. Результаты совпадают с данными из других лабораторий. Эксперимент можно считать завершенным. Думаю, что через неделю мы будем готовы к проведению эксперимента на поле крупных существах. Стульями тут, пока я читал, короче, меня стульями тут накидали в меня. Так. Вот это кто такие? Инопланетяне? Он говорит, в других лабораториях. Значит, помимо вот это X-18, есть еще куча других лабораторий. Так, погоди, а куда, как я... Я вот сюда зашел, вот отсюда? Или через ту дверь я зашел? А, нет, здесь я... Бляха. Так, что здесь? Пусто. Стоимый вход запрещен. Ух ты! За добро. О! О! Так, сейчас я разберусь, короче. Сейчас я разберусь, что я там понабирал. Эти патроны мне не нужны. Эти мне не нужны. Так, погоди. Бляха, вот эти может выкинуть. У меня все равно нет сейчас пока автомата такого, да, выброшу, короче, вот это. Ну и, наверное. Наверное, пока все. А. Так, короче, получается, мне надо тем же путем выходить. Теперь я полагаю, я здесь не один. Здесь, наверное, какие-то вояки пробрались.
Фигли, я вход открыл. И все поперлись. Да? Да. Понятно. Не, дичь. Не, прикольно, атмосферно. Только я вот не... О! Тихо, тихо, тихо! Твою мать. Где ты, ублюдок? Точно какой-то спецназ. Да. Так, с ружья я не знаю. Бляха, орудие заклинило. Понятно. Идет ход винтов. Пика! Чего думал-то? Вылазь! Но я жду тебя. Леха. Так, минус один, хорошо. Хера ему в голову, хера у него там костюмчик такой, да? Так, погоди, сколько? Ага, иду, иду. Так, что там? Граната. Оп. И следом вторая. Не ждал. Окей. Не уйдешь! Да стоп тебя! Ёбнюк. Да, хорошо. Десант? А, военный. Лейтенант, десант. Ну, судя по костюмам, это десант. Так, патроны для пистолета мне не нужны. Ребята! Ребята! Жалко, нельзя допросить, кто он такой, зачем прибыл. Да? Безжалостный. Я просто безжалостный. Так. Теперь надо понять, где выход. Где выход? Так, по-моему... Ага, здесь тупик. Так. Здесь я убил тварь. Вот здесь выход. Да. Так. Эти, типа, говорили по рации, второй этаж проверят. Значит, на этом этаже тоже есть. Я уже вижу. Фонарик выключил. Где ты там? Алло. Солдат. Блюдок. Блин, броня у них крепкая. Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Патронов. Это мои патроны. Тоже заберу. Так. В принципе, я выбрался. Фу! Я выбрался! Я выбрался! Теперь надо найти какое-нибудь укромное местечко. Чтобы переварить эту всю информацию, которую мы сейчас нашли и увидели. Бляха! База 034, мы над точкой. Понял, начинаем.
перестанете работать? 032, выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше так на крыше. Так, вылезли через южные ворота. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Понятно, везде облава, короче. Везде облава. Так, что там? Выбраться через южные ворота. Опять перегружен. Что к тебе? Сколько можно-то? Бесит меня это. Штукенция. Так. Через южные ворота, говорит. Кого? Внимание! Опа-опа! Да, с ними жестко будет сражаться. Там внизу. Или нет? А! Я думал внизу. Бля, фонарик как, светил, как будто внизу. Вот, приплыл. Готово. Там еще есть. Пудово. Там на улице кипиш, наверное, с этими, с бандюганами или сталкеры, потому что они вроде тихо. То что типа говорят там сталкер. Может, там другие сталкеры еще прибежали? Так, патрон от пистолета мне не к чему. Отлично, на крышу. Так, здесь у нас чупа-чум. What the fuck? Что это такое? Он сам тут катается что-то. Ёк, макарёк. Вертушку можно сбить? Нет? Так, погоди. Спалил, да? Угу. Вон там где-то. Так, ладно. Я так понимаю, снизу. Опа, опа! Они меня ждут! Да? Как они узнали, что я с этой стороны пойду? А? Кто еще там? Красы! Хорошо. Не так много крошек уже. Так. Блин, сверху хорошая позиция,
чтобы их всех поубивать. Так-то. Но я так полагаю, мне все равно надо сейчас спускаться. И это будет очень-очень жестко. А я не разобьюсь вообще? Что-то, мне кажется, высоко. Нет, нормально. Пираток с такой высоты. Так, нужно теперь искать. Я почти вышел, я почти выбрался. Нужно искать, короче, дырку какую-нибудь, чтобы выбраться. Хорошо, это я заберусь. Да в смысле перегружен? Ты куда? Чё? Твою мать! Короче, можно ничего не брать, я все равно перегружен. Ух ты! Ты видал, какая там стая? Какая там команда пробежала? Леха. Как дырку в заборе-то? Нет? Здесь не выйти. Чуть-чуть, по-любому, через эти... Ай-яй! Мне бы такую броню, как у них, а? Прям непробивная, смотри. Есть. 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 Окей. Окей. Наверное, можно попробовать выбраться. Леха, он еще бежит. Окей, я за воротами. Где вертушка-то? Вернуться за наградой. Уничтожение лагеря обновлено. Окей, вертушка, смотрю, улетела. За какой награды-то? Уничтожение лагеря бандитов на свалке. Сами с собой там что-то. Сами с собой, окей. Все-таки у нас получилось выбраться. Это что такое? Ладно. А, понятно, это плоть. Я думаю, она не будет на меня нападать, да? Ага. Так, а это? Это тоже плоть. Так, погодь. Это уже рычит собака, наверное, какая-то. Ух ты, нихера там. Кабаны побежали. Так, ладно, валить надо. Где я вообще нахожусь? Где я вообще нахожусь? Так, радар. Ага. Понятно. Я почти уже прибыл. Вон они. Южные ворота эти. Все, отлично.
смысле? А. Я думал, что здесь закрыто, что ли? Все, ништяк. Так, теперь давайте, наверное, я кострище. Вот здесь у костерка сядем и передохнем. Дорога была долгая, мощная, страшная и т.д. и т.п. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.